День рождения – это подведение итогов. Это радость за большие и маленькие победы. Это счастливый и смелый взгляд в будущее. 85 лет истории, опыта, достижений. Открытый в 1934 году как больница-медвуз с общим количеством студентов 250 человек, сегодня ВГМУ является одним из крупнейших высших медицинских учебных учреждений в Республике Беларусь. В настоящее время на 7 его факультетах проходит обучение около 7 тысяч студентов и слушателей. В довоенные годы в ВУЗе работали 33 кафедры и курс туберкулеза, было создано студенческое научное сообщество, подготовлены доктора и кандидаты наук. В 1938 году больницу «Медвуз» переименовали в Витебский медицинский институт. Во время Великой Отечественной войны институт был эвакуирован в Челябинск, а затем в Ярославль. В 1944 году часть сотрудников возвратилась в Минск, врачи участвовали в восстановлении столичного вуза. И только в 1946 году, 1 сентября, начались занятия для студентов первого послевоенного набора в Витебском медицинском институте. История ВГМУ богата на цифры и значимые события не только в масштабах вуза, но и страны в целом. В 1959 году открылся фармацевтический факультет. Он был первым и еще долгое время, 50 лет, оставался единственным в Беларуси. А в 1981 году Витебский государственный медицинский институт начал подготовку медицинских кадров для зарубежных стран. В юбилейный 1984 год Витебский государственный медицинский институт награжден Орденом Дружбы Народов. В 2009 году за особые заслуги в социально-культурной сфере, большой вклад в развитие системы здравоохранения, обеспечение ее врачебными, провизорскими и научными кадрами, в соответствии с указом президента страны Витебскому государственному ордену дружбы народов медицинскому университету, было вручено почетное государственное знамя Республики Беларусь. Неоценимый вклад в разные годы внесли в развитие вуза и медицины в целом руководители университета. Моисей Анисимович Хазанов, Анисим Иванович Савченко, Иван Илларионович Богданович, Глафира Антоновна Медведева, Евгений Никандрович Медведский, Михаил Григорьевич Сачек, Александр Николаевич Косинец, Валерий Петрович Дайкало. Это становление жизни, работы. Это дало мне возможность получить специальность, которая вот уже 90 лет я живу и радуюсь, и оказываю помощь пациентам. Для меня ВГМУ – это все, это вся моя жизнь. Это, вы считаете, вот с 83 года, на течение 36 лет я работаю здесь. Прошел все ступеньки, как говорится, роста, начиная с клинического ординатора, ассистента, доцента, профессора, проректора, ректор. Что для меня вуз практически вся жизнь. Этот год для меня знаменит не только юбилеем университета, но и юбилеем кафедры. 31 августа исполнилось 20 лет создания нашей кафедры. ВГМУ – это университет, в котором я учился и работаю. ВГМУ – это университет, в котором созданы все условия для научно-исследовательской, учебно-методической и воспитательной работы со студентом. Ну, для меня ВГМУ – это мое прошлое, это мое настоящее, это мои планы на будущее. Я живу, я работаю здесь, мне нравится моя работа. И, похоже, я неплохо эту работу делаю. В копилке Витебского государственного медицинского университета много регалий, наград, благодарностей. Одно из последних достижений – занесение на областную доску почета. ВГМУ признан победителем соревнования за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития, экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов среди организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования. Особая гордость юбилейного года – ВГМУ стал единственным вузом Республики Беларусь, вошедшим в общий релиз международного рейтинга Times Higher Education University Impact Rankings 2019. В конкурсе участвовали более 450 вузов, которые имеют высокие позиции и в других международных рейтингах, из 76 стран. ВГМУ занял позицию 301+.
Кроме определения общего места, ранжирование проводилось и по отдельным направлениям, соответствующим целям устойчивого развития ООН. Наиболее высокое место ВГМУ получил в категории «Good Health and Well-being for People» – 101 из 200. Для меня ВГМУ – это маленький мир, в котором жизнь бьет ключом. Здесь мы не только получаем знания о нашей будущей профессии, но и также можем проявить себя во всех сферах деятельности. ВГМУ для меня – это школа жизни. Школа, обладающая хорошими преподавателями, сотрудниками и наставниками. ВГМУ – это постоянное движение, неиссякаемый источник жизни, идей, событий, колыбель знаний. ВГМУ – это постоянное открытие, расширение горизонтов твоих познаний и, прежде всего, раскрытие себя и своих возможностей. ВГМУ – это бренд, это престиж, это старт для большого будущего. Есть очень много слов, которые могут описать наш университет. Одно из них – это семья. Я люблю ВГМУ! Основная задача университета – подготовка высококвалифицированных врачей, стоматологов и провизоров с глубокими теоретическими знаниями и необходимыми практическими навыками, владеющих новейшими достижениями отечественной и зарубежной науки и техники, обладающих высокими нравственными качествами, навыками организации лечебной, профилактической и воспитательной работы. Надо отметить, что около 70% врачей и провизоров Витебской области – выпускники ВГМУ. Сегодня свои знания студентам передает 731 преподаватель. В их числе опытные ученые и молодые специалисты с богатым потенциалом. В настоящее время в университете работают 62 доктора наук и 247 кандидатов наук. 45% преподавателей имеют ученые звания и степени. Это золотой фонд университета. Особая гордость. Заслуженный деятель науки БССР Сачек Михаил Григорьевич. Заслуженные деятели науки Республики Беларусь Подпалов Владислав Павлович, Занько Сергей Николаевич, Семенов Валерий Михайлович, заслуженные врачи Республики Беларусь, Шелинок Владимир Николаевич, Окороков Александр Николаевич, заслуги Окорокова Александра Николаевича, Подпалова Владислава Павловича, Занько Сергея Николаевича, Козина Владимира Михайловича отмечены медалью Франциска Скорины, Шелинок Владимир Николаевич, Коневалова Наталья Юрьевна, Лут Николай Григорьевич награждены медалью за трудовые заслуги. ВГМУ – один из лучших вузов страны. В университете 7 факультетов – лечебный, фармацевтический, стоматологический, подготовки иностранных граждан, профориентации и довузовской подготовки, повышение квалификации и переподготовки по педагогике и психологии, повышение квалификации и переподготовки кадров. Витебский государственный медицинский университет, говоря такой фразой от души, это моя жизнь. Жизнь, которую уже на многие годы я отдал полностью себя. Это звезда, которую всегда нужно достигать. Это не просто работа, это еще и хобби, увлечение и самое интересное времяпровождение в моей жизни. Я 48 сентябрь встречаю в этих стенах из своих 65. Наверное, это вся моя жизнь. И, наверное, я по-другому не мыслю эту жизнь, как этот родной ВГМУ. Наш университет с 18 лет – это моя жизнь. Я с благодарностью вспоминаю своих учителей, которые щедро делились своими знаниями, опытом. Это Евгений Кадырович Медведский, Владимир Михеевич Величенко, Иосиф Никитич Сипаров, Юрий Борисович Мартов и многие-многие другие. Лечебный факультет – это история ВГМУ. Его создание и развитие неразрывно связано со становлением вуза. Студенты лечебного факультета получают современное медицинское образование, которое позволяет им достойно представлять университет во всех уголках Земли. Занятия проводятся на 10 кафедрах лечебного факультета и 31 общеуниверситетской кафедре. На факультете развита система наставничества, в которой участвуют врачи практического здравоохранения. Для студентов 1-2 курсов внедрена система тьюторства. Значительное внимание уделяется внедрению и использованию в образовательном процессе современных инновационных технологий и учебно-обучающих материалов нового поколения, мультимедийных тренажеров, виртуальных программ.
У студентов есть возможность совершенствовать профессиональные компетенции, обучаться за счет использования симуляционных технологий в Центре практической подготовки и симуляционного обучения. Структура образовательного процесса обеспечивает ступенчатую последовательность и преемственность в освоении практических навыков по программам высшего, послевузовского и дополнительного образования, включая программы элективных и факультативных курсов и дисциплин по выбору. Учебный центр практической подготовки и симуляционного обучения представляет собой образовательный центр коллективного доступа, реализующий современные организационные формы и методы обучения в медицинском образовании в рамках развития непрерывного профессионального образования в сфере здравоохранения. В ИГМУ создан Центр профессионального мастерства. В состав центра входит 8 лабораторий – акушерство и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии, врача общей практики, педиатрии, хирургических болезней, фармации, стоматологии. В лабораториях профессионального мастерства занимается более 450 студентов. Фармацевтический факультет в этом году также отмечает юбилей – 60 лет. Сегодня здесь обучается более 750 студентов. Кроме этого, организована заочная форма получения фармацевтического образования на базе среднего, специального или высшего образования. Одним из путей реализации направления практико-ориентированного обучения является создание в 2018 году первого в республике учебно-научно-производственного центра «Фармация». Центр включает в себя существующую химико-фармацевтическую лабораторию, опытное поле. Впереди создание третьего структурного элемента – симуляционные аптеки, где студенты смогут отрабатывать практические профессиональные навыки. ВГМУ имеет огромный опыт подготовки специалистов для зарубежных стран. Решением Министерства образования и Министерства здравоохранения СССР право подготовки специалистов для зарубежных стран ВГМУ получил одним из первых белорусских вузов. В 2002 году университет, опять же, первым из учреждений высшего медицинского образования Беларуси, начал подготовку иностранных студентов с использованием английского языка в качестве языка-посредника. Сегодня представители 44 государств получают в ВГМУ высшее медицинское и фармацевтическое образование, становятся врачами, провизорами, стоматологами. С 2017 года работают дистанционные онлайн-курсы по подготовке к вступительным экзаменам по химии, биологии, русскому и английскому языкам для иностранных студентов. Кроме того, запущена и успешно работает программа образовательных экзаменационных центров за рубежом. В настоящее время выпускники успешно работают в клиниках, университетах, различных учреждениях здравоохранения в 110 странах мира. Это свидетельствует о высоком качестве подготовки и престижности диплома университета. ВГМУ для меня – это символ дружбы и исполнения мечт. ВГМУ – это место, где я получила медицинское знание. Это хорошее место для развития врачей. ВГМУ – это моя семья, дали от дома. Стоматологический факультет ВГМУ молодой, ему всего 18 лет. За непродолжительное время существования факультета защищена одна докторская и 11 кандидатских диссертаций. Студенты факультета неоднократно являлись победителями и призерами международных республиканских олимпиад. На всех кафедрах организована работа студенческих научных кружков. Особое внимание уделяется совершенствованию практико-ориентированного обучения. Реорганизована структура учебно-научно-производственного комплекса стоматологии. С целью совершенствования клинической базы факультета развивается стоматологическое отделение в клинике ВГМУ, где студенты получают целостное восприятие стоматологии, ее роли и задачах, принцип организации работы, материальной базе на самом современном уровне. В этом направлении уже выполнена определенная работа. Подготовлен и успешно прошел экспертизу проект реконструкции стоматологического отделения в клинике. Приобретены 23 стоматологические установки, из них 3 высокого класса. В
ультразвуковой хирургический аппарат, зуботехнические столы, медицинская мебель. Количество рабочих мест увеличено в 2 раза. На работу приглашены как высококвалифицированные специалисты, так и молодые кадры. Собственная клиническая стоматологическая база дает возможность решать сложные задачи охраны стоматологического здоровья и повышения уровня образовательного процесса студентов университета. Надо отметить, что ВГМУ – единственный медицинский вуз Республики Беларусь, имеющий собственную клинику, современный лечебно-диагностический центр, соответствующий стандартам высокого уровня. Клиника включает в себя 7 отделений – консультативный профессорско-преподавательский центр, стоматологическое отделение, консультативно-поликлиническое отделение, отделение функциональной диагностики, клинико-диагностическую лабораторию. В отделение пластической хирургии и косметологии приезжают лечиться из многих стран мира. В клинике открывается центр клинических испытаний. ВГМУ, единственный из медицинских университетов Беларуси, получил разрешение на проведение на этой базе клинических исследований лекарственных форм. В клинике также проходят обучение будущие хирурги и стоматологи. Университетом активно выполняется научно-исследовательская работа, результаты которой получили практическое внедрение в организациях здравоохранения и воплощение в педагогическую практику. Только за последние 5 лет защищено 6 докторских и 53 кандидатских диссертации. Расширяются и крепнут связи университета в мировом научном сообществе. Поиску решения важных проблем здравоохранения посвящены научно-практические конференции, которые проходят на базе вуза. В работе конференций и съездов принимают участие профессора, ведущие специалисты Республики Беларусь, России, стран СНГ, США, Канады, Швеции, Норвегии, Литвы и других стран. ВГМУ поддерживает постоянные контакты и развивает сотрудничество более чем с 80 учебными учреждениями СНГ и дальнего зарубежья. Успешное развитие программ академической мобильности студентов и преподавателей способствует обмену современными образовательными технологиями и внедрению мирового опыта в подготовке конкурентоспособных кадров. За последние 5 лет за границу выезжали более 800 студентов для получения дополнительных компетенций в рамках будущей профессии. Более 500 сотрудников за это же время приняли участие в международных научных событиях, повысили свой профессиональный уровень, прошли стажировку в практических учреждениях охраны здоровья и учреждениях высшего медицинского и фармацевтического образования. Для меня ВГМУ – это возможность заниматься любимым делом, выполнять научные исследования, внедрять их результаты. Это путь моего становления от студентки стоматологического факультета до заведующего кафедрой, от руководителя танцевального коллектива до челюстно-лицевого хирурга, от студентки, занимающейся в научном кружке, до председателя Совета молодых ученых. Для меня Витебский медицинский университет – это дорога в будущее, это перспективы развития не только в жизни, но и в профессиональной среде. Дай Бог здоровья моему вузу. Успешным симбиозом науки и деятельности практического здравоохранения является создание научно-практических центров. На базе учреждения здравоохранения Витебская областная клиническая больница работает областной научно-практический центр хирургии заболеваний печени и поджелудочной железы, где внедрены и успешно применяются уникальные оперативные методы лечения, а с 2015 года выполняются гетеротопические трансплантации почки. Также на базе больницы функционирует областной офтальмологический научно-практический центр, где ежегодно выполняется более 3000 хирургических операций при катаракте, глаукоме, отслойке сетчатки, косоглазии и других заболеваниях глаз. Используется современное офтальмологическое оборудование и внедряются новые передовые технологии. Достижениями и успехами в диагностике и лечении по праву могут гордиться руководители, сотрудники республиканских и областных научно-практических центров, хирургии тазового дна, флебологического, колопроктологического, гастроэнтерологического, а также центров инфекции в хирургии и гемостазиологии и кардиологии. Сотрудниками кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии разрабатываются консервативные и оперативные методы лечения дегенеративно-дистрофической патологии крупных суставов и способы хирургического вмешательства при эндопротезировании коленного сустава.
Клинические кафедры ВГМУ расположены на базе 23 лечебных учреждений Витебской и Могилевской областей. Ежегодно профессорско-преподавательским составом клинических кафедр проводится около 6 тысяч обходов. Не менее 100 тысяч пациентов получают необходимую консультацию в городах и районах Витебской и Могилевской областей. Выполняется более 7 тысяч оперативных, в том числе сложных и высокотехнологичных вмешательств. Еще один инновационный проект ВГМУ – Центр медицины и фармации. В каждой истории есть прошлое, настоящее и будущее. На мой взгляд, объект, рядом с которым мы сегодня находимся, это будущее Витебского государственного медицинского университета. У нас создана четкая концепция по развитию нашей научно-исследовательской работы, образовательного процесса. И вот здесь мы хотим объединить все наши усилия, чтобы студенты, сотрудники могли заниматься и обучением, и научно-исследовательскими изысканиями. Здесь будут располагаться самые современные лаборатории. Уже на первом этаже сегодня действует химико-аналитическая лаборатория, лаборатория клеточных технологий. Работает высокотехнологичное, уникальное оборудование, например, секвенатор. И я уверен, что в ближайшем будущем здесь будет и производственная площадка. Мы будем разрабатывать, внедрять и производить современные лекарственные средства, которые так необходимы нашей республике. Направление взято правильное. Поддержка наших сотрудников, профессорско-преподавательского состава, студентов получено одобрение нашей общественностью медицинской также. Поэтому я уверен, вот этот объект скоро будет настоящим центром медицины и фармации. Первый этаж здания реконструирован, модернизирован. Там размещена лаборатория с уникальным оборудованием. Уже идет работа по нескольким научным проектам. На втором и третьем этажах пока пусто, но виртуально занят каждый метр площади. Здесь расположатся аудитории фармфакультета, кафедры, фармпроизводства и центр доклинических испытаний лекарственных форм. Руководство вуза вкладывает большие средства в учебно-практическую базу. Отдельно стоит отметить библиотеку ВГМУ. Она построена по индивидуальному проекту в 2010 году, оснащена современным оборудованием и коммуникациями, ежегодно обслуживает более 16 тысяч читателей. Фонд библиотеки превышает 500 000 экземпляров изданий. Всем студентам ВГМУ предоставляется право проживания в общежитии. Все общежития университета расположены в центре города, совсем недалеко от учебных корпусов. В 2017-2018 годах в эксплуатацию введены еще два новых современных студенческих общежития, рассчитанных на 1000 мест. В них есть все необходимое для комфортного проживания, времяпрепровождения и занятия спортом. В 2019 году после реконструкции открыла двери столовая, новый формат и дизайн которой создавался с участием студентов. Я благодарна университету за то, что он способствовал раскрытию моего потенциала, дал возможность совершенствовать свои навыки, заниматься любимым делом. Университет учит нас работать в команде, никогда не сдаваться и всегда идти вперед. Для меня ВГМУ – это прежде всего люди. Люди с общими целями и идеями. Наш мед – это наша любовь. Особое внимание ВГМУ уделяют волонтерскому движению. Студенты и преподаватели помогают воспитанникам детских домов, людям с ограниченными возможностями, пожилым людям. Ежегодно в университете проходит более 60 концертных и культурно-массовых мероприятий. Уже стали традиционными фестиваль творчества «Студенческая осень ВГМУ», КВН, национальные праздники землячеств, дни факультетов. Студенческий клуб – это 12 коллективов самодеятельности и творческих объединений, в которых занимаются более 300 студентов. ВГМУ за здоровый и активный образ жизни. Услугам студентов и преподавателей фитнес и тренажерные залы, стадион, лыжная база. За учебный год проходит более 70 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Жизнь ВГМУ творческая, насыщенная событиями и свершениями, научными открытиями и, главное, имеющая высокую цель – сохранение и приумножение здоровья людей. Выпускники ВГМУ с гордостью говорят о полученном образовании. И вот уже на протяжении 85 лет звучит «Я люблю ВГМУ».